Тюменцы сообщают в Роспотребнадзор о нарушениях противоковидных мер, с которыми они сталкиваются. По такому обращению специалисты надзорных ведомств пришли сегодня в продуктовый магазин на улице Садовой. Нарушения выявили сразу. На полу отсутствует разметка, на входе нет антисептика. У сотрудников не измеряется температура и не ведется журнал уборки помещений. И это еще не все, что обнаружили сотрудники Роспотребнадзора и Департамента потребрынка. Просмотрев все поверхности, обнаружена пыль. Санитарное состояние объекта неудовлетворительное, крайне неудовлетворительное. Запаса СИЗ нету, отсутствуют маски гигиенические, антисептика также не обнаружена.